Кому присяга, кому военное училище. В кадетском корпусе имени графа Шереметьева торжественно завершили учебный год. Во дворе 43-й школы, на базе которой функционирует корпус, состоялось праздничное построение. Присягу принимают пятиклассники, те, кто один год отучился у нас в кадетском корпусе, а прощаются со знаменем 7 выпускников. Это ребята, которые отучились в кадетском корпусе, кто-то 6 лет, 7, кто-то 2 года, показали хорошие результаты, сдали зачеты, выполнили все нормы кадетской жизни. А кадетская жизнь непроста. Помимо стандартной программы, будущие военные изучают множество дополнительных дисциплин. Это огневая и строевая подготовка, основы православной культуры, этика и даже танцы. Они учатся уже как военнослужащие. Ну, первые ступень, где перед этим, где в будущем, где многие из них, где решают идти в Суворовское, военные институты, где поэтому, это как бы наша замена, скажем так. Физическая подготовка, они занимаются, где развито это у них, где направление. Поэтому все шансы у них вполне есть, где быть у нас, где в наших рядах в скором будущем. Для кадетов-выпускников вместо последнего звонка по традиции провели церемонию прощания со знаменем. С любимой школой расставаться одновременно радостно и грустно. Преклоняя колено и целуя знамя, молодые люди с трудом сдерживают эмоции. Кадетский корпус меня очень многому научил. Я стала более выдержанная, воспитанная, дисциплинированная. Я очень многому чему здесь научилась, и мне это пригодится в жизни. Как уверяют педагоги, ребят ждет блестящее будущее. Наши кадеты без труда поступают в лучшие военные училища и вузы, а после молодые люди часто строят успешную карьеру в силовых структурах. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.